вот эта часть меня интересует. Потому что принято считать, что натуральные носы, которые мог бы оказаться натуральный нос здесь, они, как сказать, некрасивые, да, якобы. Подбородок острый. Острый, вот давайте так. Вот у этой барышни острый подбородок, а у этой не острый. Разница есть? Сейчас будем разбираться с понятием острый подбородок. Острее, чем у натурала. Меньше, чем у натурала. Есть в этом подбородке острота? Какая идеальная фотография. Он меньше масштабности, чем натуральный. Он меньше утяжеляет нижнюю часть. Да? Он меньше выделен. Вот с этим соглашусь. Здесь еще можно посмотреть. Вот здесь нос перекрыт, а подбородок есть. Он меньше. Вот это можете записать, да? То есть вот так можем записать. Не острее, а он легче. Сам подбородок, да, легче и меньше. Но остроты для острота это острота. Да, если мы оцениваем по фото с улыбками, это некорректно, потому что здесь, конечно, челюсть вытягивается по-всякому, и у нас нету фотороботов с улыбками, чтобы с ними сверяться. Да? Подбородок достаточно плавный. Он меньше, вот с этим соглашусь.